В среду в Гонконге произвели массовую выбраковку кур. Около 17 тысяч птиц было уничтожено после того, как на крупнейшем в регионе оптовом рынке домашней птицы был выявлен смертоносный штамм птичьего гриппа H5N1. Вирус обнаружен у погибших курицы и двух диких птиц. Власти ввели трехнедельный запрет на торговлю живой птицей и ее импорт из материкового Китая. Между тем, правительственные меры предосторожности – сильный удар по местному рынку торговли птицей. Это нечестно. Нужно проверять живых кур в том районе. И если в результате тестов обнаружится вирус, то мы будем рады позволить вам уничтожить птицу. Но когда вы берете на проверку мертвых кур, мы против этого. Продавцы говорят, у них остались только замороженные куры. Тем временем покупатели сохраняют спокойствие. Мы будем покупать замороженную курицу, если нет свежей. Нет другого выхода. Мы хотим курицы в эти выходные. У человека нет иммунитета от штамма птичьего гриппа H5N1. Заражение может привести к смерти. Кроме того, есть опасения, что вирус может мутировать и, распространившись по всему миру, привести к гибели миллионов людей. С приходом холодов вирус активизировался в некоторых регионах мира, особенно в Восточной Азии. В холодной среде он выживает лучше.